27 августа в Мирском районе село Гайдары произошел пожар, горела приусадебная территория двух участков. Во время тушения было обнаружено тело женщины, как потом при проверке стало известно, что это одна из хозяек одного приусадебного участка, ей 82 года. В 16:25 пожар был полностью ликвидирован. Это второй трагический случай, когда при горении сухостоя, сухой травы, приусадебный участок или за территорией приусадебных участков заканчиваются эти пожары трагедией. Причина возникновения пожара во всех случаях – это человеческий фактор. Занос открытого источника или поджог.